Всем доброго времени суток! Вытягивание позвоночника в домашних условиях возможно. Практически у каждого современного человека наблюдаются проблемы со спиной и позвоночником. И даже не важно, сколько человеку лет, все дело в сидячем образе жизни и никакой физической активности. Позвоночник чаще всего искривлен или просел, центр тяжести смещен, а тазовые кости находятся не на одной высоте. И это очень пагубно сказывается на состоянии внутренних органов. Поэтому сегодня мы поделимся с вами упражнением для спины и позвоночника от Александра Дроженникова, которое поможет поставить внутренние органы на место. В целях профилактики тоже можно делать, даже нужно. Вытягивание позвоночника. Упражнение можно выполнять всем, повторяя каждый день по несколько раз. Тем, у кого позвоночник и органы опущены, оно поможет вернуть их на место, а всем остальным послужит отличной профилактикой. Обвисший живот, опущенный желудок, недержание мочи, слабая прямая кишка – все это и даже больше решает одно простое упражнение. Давайте разберемся, как же его выполнять. Итак, исходное положение стоя. Носки и пятки вместе. Стопы держим прижатыми к полу, не отрывая их в процессе упражнения. Руки по бокам туловища. Положи ладони на тазобедренные кости. Теперь начинай медленно вытягивать свое тело вверх, чувствуя, как оно растягивается. Не спеши, делай все медленно и аккуратно, тянясь вверх всем телом. Затем положи руки на грудь, продолжая вытягиваться вверх. Почувствуй, как каждый твой позвоночник вытягивается вверх, а спина распрямляется. Ты будешь чувствовать напряжение. Это нормально. С самой верхней точки, до которой ты сможешь вытянуть позвоночник, опусти руки вниз и расслабь их. Плечи, руки расслаблены, а ты тянешься вверх только шеи, как можно выше. Прямо во время упражнения ты почувствуешь, как зрение улучшается, а голова перестает быть тяжелой. Задержись в таком положении, а затем подтяни все мышцы малого таза. Дыши глубоко и поднимай их вверх. И заключительный этап. Напрягай все мышцы тела, начиная от кончиков пальцев и поднимаясь выше. Пальцы, голени, бедра, таз, живот, ягодицы и спина. Почувствуй каждую мышцу в теле. При этом дыши очень глубоко. Задержись так на минуту, а затем расслабься и глубоко дыши. Может закружиться голова, поэтому дыши размеренно и не делай резких движений. Вот и все упражнение. При просевшем позвоночнике опускаются все внутренние органы. Это упражнение поможет вернуть их на место и вытянуть просевший позвоночник. Если ты делаешь упражнение в целях профилактики, то достаточно его выполнять дважды в день, но регулярно. Если же у тебя проблемы с позвоночником или внутренними органами, выполняй упражнение настолько часто, насколько сможешь. После 2 недель регулярного выполнения ты почувствуешь изменения в теле, станешь здоровее, а самочувствие улучшится. И не забывай, что здоровый позвоночник – залог нашего долголетия, хорошего самочувствия. Поэтому обязательно каждый день выполняй комплекс упражнений для укрепления спины. Береги себя. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всего доброго. До новых встреч. Всем доброго времени.